Эти переходы для диких животных могут сохранить миллиарды долларов и несчетное количество жизней. В США наземные транспортные средства ежегодно убивают до 2 миллионов животных. 26 тысяч людей получают повреждения, что обходится американцам 8,3 миллиарда долларов. Однако сооружение переходов по всему миру сохраняет медведей, рысей, койотов, лосей, волков, вапити и даже слонов. В первый же год мониторинга вы увидите до 98% успешных попыток перехода. Даже крупные города являются ловушкой. Лос-Анджелес спроектировал крупнейший в мире переход для животных, чтобы способствовать сохранению сокращающейся популяции кугуаров. Эти сооружения могут быть полезны и мелким животным – пингвинам, енотам-полоскунам, индейкам и лягушкам. Таким образом, переходы для диких животных приносят пользу всем и каждому. Распространяй это видео, если ты думаешь, что мы должны строить больше переходов для диких животных.